Всем привет! Это не обзор нововведений FL Studio 20. Это рассказ о тех нововведениях, которые стали определяющими именно для меня. О тех нововведениях, без которых я уже не мыслю себя в битмейкинге. И в этом видео я расскажу вам, почему необходимо максимально быстро переходить на FL Studio 20 и чем она так хороша. Но перед этим, как обычно, напоминаю, CloudRap 1.2, недавно обновленный мой видеокурс, подробнее в конце. Чтобы его заказать, напиши мне, ссылка в описании. Итак, что же это за нововведение? Вот у нас есть вот такой вот клэп. У него в начале есть небольшой кусочек тишины, его можно отпилить с помощью Trim. Trim существовал всегда, но в некоторых случаях Trim может создать неприятные щелчки, как в случае с хэтами. И поэтому FL Studio 20 о нас позаботилась. Они сделали огромный прорыв в плане работы с ваншот-сэмплами, а именно мы можем крутануть сэмпл старт и отпилить начало сэмпла именно до того места, которое нам нужно. Во-вторых, мы можем крутануть старт офсет и сделать совершенно то же самое, но немножко другим путем. Второй подпункт этого пункта — это вот эта крутилка продолжительность. Она вроде как отпиливает конец у сэмпла, то есть у нас есть отрезание начала и у нас есть отрезание конца. Казалось бы, то же самое можно сделать с помощью Envelope и гораздо более гибко, но тем не менее эта крутилка просто прекрасно визуализирует вот этим вейвформом, что же происходит у нас с нашим сэмплом. И к тому же у нее есть недостаток тот, что она отпиливает довольно жестко, то есть она не создает фейдаут, но этот самый фейдаут можно крутануть крутилкой out, который, грубо говоря, есть фейдаут. Следующий момент, который не менее важен и касается тоже ваншот сэмплов, это вот это меню. Нажимаем сюда и бац, попадаем в новое меню, которое позволяет делать кучу классных вещей, а именно бустить кик. Вот так стало, вот так было, класс. Бустить его немножко иначе. Вот так стало, вот так было. И бустить его совсем жестко. Нажимаем клиппинг, включаем буст на максимум и слышим пердеж. На самом деле вас никто не обязывает крутить его на максимум. Это очень гибкие крутилки, которые позволяют бустить звук по-разному. Я пользуюсь этим не постоянно, но регулярно. Если вам нужно подогреть свой кик, теперь вам не обязательно совершенно вешать на микшер Wave Shaper или типа того, но я не рекомендую вам делать вот так вот, если на мастере у вас не висит софт-клиппер или лимитер. Также у нас есть Ring Modulation. Если вы знаете, как применить ее в трэп-битах, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, потому что, честно говоря, я не знаю, как применить звук, который она создает. Но, тем не менее, это довольно прикольный эффект. И следующий момент у нас Cut-Off. Это Low Pass фильтр. Это классная штука, которая есть также у нас вот здесь. Вот по сути это то же самое, только оно, как я уже сказал, визуализируется и чуть-чуть более мягко звучит. То есть вот так мы можем получить немножко подпорченный кик за счет резонанса. Конечно, вы можете делать Low Pass фильтр тысячи других способов, но теперь она есть и здесь. Следующий момент — это, конечно же, эффект хаоса. Это нужно для хэтов. И вот он, стерео дилей. То есть вот так бац, и мы сделали офигительно просто супер широкий звук. Следующий момент — это реверб, но мне не нравится, как он звучит. По поводу ваншот сэмплов пока все, теперь идем дальше. Штука, о которой рассказал мне вот этот комментатор, огромное ему спасибо, я об этом до этого не слышал, и это просто топовая фича. Теперь 100% вы будете ее использовать, я вам это гарантирую. Идем в редактирование пиано-ролла, нажимаем правой кнопкой мышки на Ghost Channel другого инструмента, два раза нажимаем правой кнопкой мышки и попадаем в редактирование этого инструмента. Можем перейти вообще в любой звук. Например, два раза нажимаем вот сюда и попадаем в редактирование баса. Два раза нажимаем вот сюда, попадаем в редактирование хэта. Это гораздо удобнее, чем даже переходить вот здесь. Вот. Классная штука. Огромное спасибо, реально очень полезно. Я, конечно, не уверен, что это появилось начиная с FL Studio 20. Возможно, это было и до этого. Следующий пункт существовал и до этого, но через него я покажу вам нововведение. Итак, мы сейчас сделаем быстрый рендеринг. Он существовал задолго до FL Studio 20, и вот так он делается. Нам нужно выбрать нужный паттерн, заходим сюда, Render as Audio Clip, можно Render and Replace, но нам это не нужно, то есть нам не нужно, чтобы он заменял, нам нужно, чтобы он зарендерил это как Wave. Оп, старт, шоп, и он появился у нас в разделе аудиоклипы вот здесь вот. Итак, мы зарендерили клип, и что мы можем с ним сделать? Жмем вот сюда, мы можем его нарезать, например, нарезать его на бары. И у нас он нарезался на 4 отдельных фрагмента, мы можем их перетасовывать как угодно. Удобно? Да, удобно. Что еще мы можем с ним сделать? Нажимаем еще раз сюда, жмем Automate и можем сделать ему панораму или громкость. Например, жмем Automate Volume, поверх него появляется клип автоматизации, и мы можем крутить его как угодно. создать ему совершенно любую автоматизацию. Единственное, это, конечно же, клип автоматизации, просто для удобства он появляется поверх. Но, тем не менее, этот клип автоматизации никак не завязан ни сюда, ни куда-либо еще. Он автоматизирует вот эту крутилку громкости, которая находится в глубоких настройках, так что мы можем настроить автоматизацию громкости так, чтобы это не влияло на вот эту крутилку, на микшер или куда-либо еще. То есть тоже без дополнительных эффектов мы создаем дополнительный клип автоматизации, конечно, если это нужно. Например, мы можем сделать вот так вот. Заходим в панораму, два раза щелкаем, жмем LFO и рисуем какую-нибудь красивую автоматизацию Auto Pen. Вот так вот, например. Теперь наш звук меняется по громкости, меняется по панораме, и все это классно. Все это может помочь вам создать движение в вашем звуке. И это появилось в FL Studio 20, насколько я помню. Небольшое, но важное дополнение. Об этой функции мне рассказал KinSound. Недавно у него вышел инструментальный альбом, он крутой, он однозначно стоит прослушивания. Я оставлю ссылку на ВКонтакте его в описании, послушайте, не пожалеете. Следующий немаловажный момент, это, конечно же, быстрые пресеты на микшере. То есть мы нажимаем на канал правой кнопкой мышки, файл, и вот здесь вот вместо трех вот этих пунктов есть сразу набор наших пресетов, которые мы можем самостоятельно создать. Просто это чуть-чуть ускоряет процесс. Да, это мелочь, но это приятная мелочь. Мне она была очень-очень удобной. Также хочется отметить навигацию по паттернам в левой части нашего плейлиста. Да, это появилось не в 20-ке, но тем не менее, если вы переходите, например, с 10-й FL-ки, то для вас этой штуки еще не существует. И вот эта штука реально топовая. Вот эта навигация по паттерном. Но это очень удобно. Это гораздо удобнее, чем вот здесь вот перемещаться по паттерну. Опять же, это все мелочи, но это реально делает процесс более удобным и ускоряет его. То есть вы меньше думаете о каких-то бытовых вещах и именно больше нацелена на творческую мысль. Финальная на сегодня фишка, она такая маленькая, но тоже приятненькая. Нам нужно включить в первую очередь запись. Заходим в Piano Roll нашего кика. Запись включена и... То есть нотки, которые мы нажимаем при записи, отрисовываются в реальном времени. Да, во многих секвенсорах это было и до этого, в FL-ке это появилось, это не очень важно, но зато это прикольно. Ну, просто сразу тоже визуализирует, что происходит в вашем секвенсоре, когда вы нажимаете на клавиши. Да, все-таки это, наверное, мелочь и не очень важно, но мне показалось это интересно. И, в общем-то, на сегодня на этом все. Если вы считаете, что я вас убедил и что FL Studio 20 крутая и вам нужно на нее переходить, напишите об этом в комментариях, я буду рад. Если вам нравятся подобные ролики, которые не бит в стиле и вот просто такие видеоурочки, то поставьте лайк и тоже напишите об этом в комментах, мне опять же будет приятно. Наверное, на сегодня, как я уже сказал, все. Напоминаю, что у меня есть CloudRap 1.2, недавно обновленный видеокурс, который состоит из 3 частей. Каждая часть от А до Я, от набора сэмплов до готового бита, написание, сведение, мастеринг, вся фигня. Первая часть по Клауду, вторая по Триллу, третья по Трэпу. К курсу приложены все ссылки на ВСТ, все материалы из курса, участие в закрытой группе и курс для начинающих на случай, если вы вчера открыли FL Studio. Чтобы заказать видеокурс, напишите мне, ссылка на меня в описании, напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс, он стоит 3290 рублей и подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, а если подписались, то шарахните по колокольчику, чтобы получать уведомления о моих новых видео и о моих стримах. Ну и обязательно посмотрите другие видео на моем канале, они не менее, а то и более интересные. И на этом все, с вами был Стас, увидимся в следующем видео, пока!